нас скоро уже весна наступит. Украшения новогодние до сих пор в Москве стоят. И света много, и ярко в городе. Всем привет, ребята. Вышел я сегодня работать с 12 часов дня, но получил только один заказ по Яндексу. Съездил аж в Домодедово, и причем по премиуму. Заказ вышел на 4600, добрался за час туда, вернулся в Москву, и несколько фейковых заказов падало, каких-то непонятных. В итоге что-то там я переписывался с клиентом, он мне писал сначала по одному адресу подъедьте, потом подъедьте, короче, к поликлинике. И в итоге он даже написал, как бы, ну, точнее, клиент, девушка была, даже написала то, что звать ее там Вероника. В итоге я через WhatsApp посмотрел на человека, как бы позвонил. Мне девушка говорит о том, что я не вызывала, но ее домашний адрес, даже телефон, был высвечен в Яндексе. Что-то там какая-то нездоровая фигня. Ну, блин, так вот, конечно, палить адреса, да, людей, это не очень приятно. Там палить адреса, палить телефоны, и какие-то ворованные аккаунты, наверное. Потом мне сообщил об этом в поддержку Яндекс.Такси. Мне эти все заказы там 2 или 3 отменили. Потому что ожидание было там. Первый раз я ожидал, конечно, и просто так съездил. В итоге я приехал в центр и, наверное, уже часа 2 ждал заказ. Бешеный пробки сейчас здесь по Москве. И попался мне еще заказ с Малого Харитоневского переулка. До заказа уже, вот я опаздываю на 44 секунды, а мне еще подавать автомобиль. Яндекс.Навигатор пишет минут 8. Не знаю, дождется ли клиент или нет, но по фиксированным тарифам Яндекса работать, конечно, жуть. Сейчас на меня смотрят слева тут люди, как-то это, с камерой разговариваю, они улыбаются. Смотрите, я тут заехал уже на перекресток, а девушка переходит дорогу. Я назад сдал. Мода пошла на дутые куртки. И это как о, всех подряд. Ну, чтобы жопа, самое главное, была видна. Как же без нее? Так, ребят, смотрите, все-таки метку он выставил. Так, он выставил, убрал ее снова, ё-моё. Я только включил специально показать, где она находится. Хотя, может быть, GPS пропадает, из-за этого метка тоже каждый раз пропадает. Я что хочу сказать о том, то, что вот флажок, да, здесь, и бывает высвечивается человечек. То есть там есть функция такая в клиентском приложении, показать, где я там нахожусь, водителя. И вот сначала эта метка была, но сейчас пропала. Я здесь ребят не пропустил на пешеходе. Извините меня. А, вот метка снова появилась. То есть вот увидите. Значит, где там находится человечек примерно. Это, кстати, очень удобная фишка. В плане того, что когда вызываешь машину, очень часто бывает неправильный адрес, а метка показывает там, где находится человек. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Да мы сами залезем. Сами? Да, там надо с этой стороны залезть. Так, ребят, смотрите, я привез клиентов, и заказ вышел на 1620 по тарифу премиум. Продолжался он 34 минуты. 34 минуты продолжался, а навигатор писал, то, что я выполню его за 24 минуты. Итак, ребят, заказ вышел на 1620. Я зашел и посмотрел, сколько же стоит тариф Яндекс Премиум. Получается так, смотрите, какая ситуация. У них километр стоит 45 рублей. Минута стоит 35 рублей, но в тариф 699 рублей по премиуму включен 1 километр и получается включено 5 минут. Вот я сейчас выполнял заказ 33 минуты. Давайте с 33 отнимем 5 минут, останется 28. 28 умножим на 35, это у нас получится 980 рублей плюс 6 километров, которые я проехал. Вычитаем 1 километр, получается, который включен в 699 рублей за подачу, остается 5 километров. Итак, далее я оговорился. 5 километров мы умножаем на 45 рублей. Именно столько стоит поездка по премиуму за километр. Получаем 225. И все цифры суммируем, получаем 1904. По таксометру поездка была у нас вышла на 1904 рубля. Это на 284 рубля больше, чем по фиксированному тарифу.
смотрел тут недавно пару роликов. Не знаю, блогеров или нет, просто водители, которые выпустили о компании Getto такие видосики в плане того, что у Getto вообще заказов почти нету, даже по бизнесу. То есть у Вилли очень много заказов по бизнесу, да, у Яндекса там просто их завал, наверное, потому что самый дешевый тариф. А вот у Getto просто там даже по бизнесу заказов нету, не говоря уже о классе VIP или Lux. То есть, как бы, ну, вот Яндекс, когда зашел на рынок, получается, да, очень много себе клиентов переманил. И, в принципе, разговаривая с клиентами Яндекса, да, которые раньше ездили по Вилле, они говорят то, что, да, бывает плюс такой, то, что мы не хотим по карте оплачивать. То есть, ну, не хотят, например, люди показывать свои, там, может быть, доходы, расходы, не знаю. Хотим именно там по, ну, за налик ездить. Еще такие случаи были, то что говорят, по Вилле какие-то зашуганные водители приезжают. Но здесь я уже соглашусь с клиентами, так как Вилле очень сильно напрягает, бывают водители в плане там лакейства всякого. Такого, то что клиент тебе может сказать, и не надо там около двери, да, там дверь ему открывать. Но ты все равно как дурак будешь стоять около двери, потому что ты будешь бояться проверки в плане того, то, что тебя могут за это просто оштрафовать. Еще хочу сказать о том, что Яндекс начал проверять. И вчера несколько человек мне написало о том, что меня заблокировали. Что мне теперь делать, там, я не знаю, там, ждать переаттестации в Яндексе, получается. А моему сменщику Виталику пришло сообщение о том, что спасибо, вы выполнили все условия. Мы рады, что вы такой водитель. Так, мне клиент оставил 144 рубля чая. За то, что я вам рассказывал, получается, наверное, да? О том, что фиксированный тариф – это не всегда хорошо. И многие-многие водители реально не ездят по этим фиксированным тарифам днем именно. Ночью – это, наоборот, небольшой плюс, так как навигатор может писать там 25 минут, а ты можешь добраться за 20. Ну, я считаю, что все-таки фиксированному тарифу здесь не место. Многие спрашивают, почему у тебя такая маленькая активность, да? Я объясню, почему, ребят. Ты едешь где-то в районе Манежной площади, тебе попадается заказ по Яндексу, куда-нибудь, как у меня всегда, там, куда-нибудь в Башкортостан. И ты думаешь такой, ё-моё, вот что же тебе делать, да? Ты его пропускаешь, у тебя падает активность. А ты его возьмешь, тебе нужно будет ожидать бесплатное время ожидания, 5 минут. Подачу самой, если ты там рядом находишься, время тоже какое-то. И потом еще бесплатно ждать 10 минут, пока там клиент не одумается тебе просто отменить поездку. Тоже большие минусы такие присутствуют в Яндексе. Таких отказов в компании Вилле, ну, были, но процентов 5, наверное, даже меньше. То есть, когда тебе вызывают, и потом отказываются. И там 5 минут на это дается, чтобы клиент успел отменить поездку. Если больше 5 минут проходит время, то тогда уже с карты его списывают 1000 рублей, по-моему, за подачу в люксе, а в VIP 500 рублей. То есть, а если по безналичному расчету в Яндексе вызвали, да, ты приехал на точку, и клиент не вышел, там еще больше списывают, там списывают прям полную сумму подачи, то есть минимальную поездку 1799 рублей. Но если у клиента на карте стоит скидка, по карте скидка, то спишут 1620, если там 10% скидка. Так что вот такие вот дела. Ребят, попался мне следующий заказ. Смотрите, коллапс. 1 километр, 15 минут подачи. И передо мной он уже, видите, красный, все. Это означает то, что здесь бешеные пробки. И клиенты сейчас будут добираться еще больше 15 минут. Но если бы я отменил заказ, а это была ближняя подача, да? То есть, как бы Яндекс считает ближняя, там, средняя подача от километража, не от времени. Мне бы сейчас начислили минус 4 балла за активность. И активность у меня вместо 26, которая у меня сейчас, да, есть, стала бы 22. А наступило бы 10, вообще могли на какое-то время бы заблокировать. Вот приходится в таких пробках стоять. У меня как-то один раз был такой случай, то что бешеные просто пробки по Москве были. И была тоже ближняя подача, 1,5 километра. Но Яндекс.Навигатор писал 38 минут, ребят. Вот как здесь быть правильно, да? Неужели ты 38 минут там будешь подавать автомобиль? Да, есть, существует такая вероятность, если ты бы принял этот заказ, там клиент увидел о том, что подача далекая, и отменил бы его. Но клиент может быть и такой, то что он будет специально ждать,
когда вы к нему приедете. А если это еще фейковый заказ, то вы просто потратите час времени. Так вот, ребята, заказ наш отменен после того, как я потратил на него минут 15 и уже добрался до Цветного бульвара. Думаю, то, что вам подал хоть какую-то интересную информацию. Если нет, ставьте дизлайки. Если да, ставьте лайки. От дизлайков и лайков я не отказываюсь. Даже если дизлайков будет больше, чем лайков, значит, судьба такая. Всем пока.